Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами тут Impaled, а я в игре Battle... уже забыл даже, как это называется сейчас. Battle Islands Commanders, эта игра вышла недавно, и поэтому я решил ее заснять. Это вот... напоминает Clash Royale на Google Play, но игрушка так по-другому себя показывает. Открытие через 10 секунд. Короче, игрушка прикольная, мы в нее даже поиграем. Открыто. Так, эники, бойники, жрали, вареники. О, а, стоп, тут все мне дойдут. О, танк. Так, добавьте новый средний танк в ваш батальон. Добавляем. Использование. О, сражение. Учебное сражение. Давай. Вот видите, как она устроена, игрушка-то. Так, молодец, теперь разверни войска и уничтожь вражеский боевой корабль. Вау, вот это тут неожиданно было. Так, 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 стоять. На мой штаб напали. Прикольная игрушка, слушайте. По своему устройству. Уже победил. Быстровато. Молодец, давай продолжим твое обучение на материке. Давай. Подождем сейчас, когда откроется. Я считаю то, что вебка моя в этой игре просто не нужна. Поэтому записываю без нее. Хочу сказать, что эта игра в Steam бесплатная. Если хотите, можете ее скачать. Окей. Так, в следующем моменте по звуку, да? Единицы. Использовать. Такс. Танк, да, только что развернулась. И нам понадобится ты. Наверное. Охренеть, как его танк только не задавил. Эй! Вот, наконец-то. Во-во-во, это что там поехало? Ну-ка, ну-ка. На перехват. Эх, ракеты немножко скосили. Что это за хрень? Её уничтожить надо. Так, шикарно. О, давай, пошли. Let's go, let's go. Ракета на перехват. Уже не надо, да? Чё-то я даже не заметил, как мы разрушили. Такс. Давай, открывай мне. Мой сундук. О. Еще какого-то дали мне. Чувачка в единице, на его добавить надо. Hello, mate. Rifle at the ready.
Ну да, так и есть. Самый настоящий клэш-рояль. Почти. Почему я не могу поставить, я ж выбрал. Давай, пошел. Ага, эти уроды пошли там, ну-ка. Ты пулеметчик, что ли? А, ты огнеметчик, ни хрена себе, ты отчаянный пацан. Вот это давай. Направляю ракету. На перехват. Целей. Штаб ставь. Давай, 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 стреляй, стреляй. Перестреляй, уродов. А, ух, ни хрена себе. Побежали. Огнеметчик. Спасай наших. Тяжелый бой. Ой, огнеметчик, как жестко-то в тебя прилетело. Так, ракеты выпустите. Так, штаб. Гаси, гаси. Базука пошла. Ой. Чё ж ты так жестко моих ребят-то убиваешь? Так. Пора бы направить танк. Хотя бы один. Направляй ракеты. Так. Базука. Весь собака. Отлично. И плюс еще огнеметчика дам. Стоп, я ж у тебя тут одну убил, да я могу тебе сюда отправить. Мой штаб. Шикарно. Вот жесткий бой. Давай. Отправляю ракеты. Давай, 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 давай. Гаси, гаси. Надо добить, надо добить, уродов, надо. Нельзя сдаваться. Собак нахрен. Отправляй тяжелый танк. Ух, ни хрена себе, там побежали. Огнеметчик спасай. Отлично, огнеметчик всех спалил. Какой напряженный бой у нас, смотрите. Отлично, я победил. Я ж одну эту разрушил. Отличная работа, новобранец, ты хорошо справился. Тебе осталось пройти еще одно обучающее сражение, тебя ждет сюрприз. Ладно. Интересно, какой же меня сюрприз ждет. Вот это и игра не Android, вот видите, Steam. Так. Ух ты ж, это же где-то какая-то великая карта. Где до хрена сразу этих солдат. Давайте последний бой зададим старичку нашему. Так, отправляю ракеты на перехват. Отличное попадание. Что-то огнеметчик как-то вот против танка не очень получился. Так, хочу отправить мощь. Ух, самолет откуда взялся? Хочу отправить свои мощные единицы. Целую армию. Так, 6-го уровня, охренеть, так. Причем добивание вам танк надо отправить. Отлично, танк.
отправляю вам танк. Отлично, пацаны справились. Смотрите, как они все там разрушили. Так, давай. Отправляю ракеты. Воу-воу-воу, вы куда пошли-то? Так, танк. Что с танком делать? Ракетчик, ракетчик, мне быстро ракетчик надо. Давай ты прям впритык фигаришь ему. Отлично, наш танк почти справился. Да, наш танк справился шикарно. Самолет завис. Прекрасная работа, новобранец. Теперь ты готов сразиться с реальным врагом. Ты заслужил это. Поздравляю, теперь ты официально стал командиром. Теперь покажи им, кто здесь главный. Так, теперь предстоит сразиться с другими игроками в ранговом сражении. А, я вас понял. У меня новая единица, что ли, есть? Нет. Ладно. Так, карты. Да вас понял, вас понял. Собаки есть, это не сильно хорошо. От собак пользы мало. Это кто? Ты что за карта? Давайте использовать. А, менять. Я поменял танк. Вот так. Все. Ранговое сражение. Поиск. Если вам эта игра нравится, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал, ждите новых серий. Обязательно просто. Так. Ставлю штаб. Из него выходит. Ууу, какая хорошая штука-то. Еще так поставил. Пока они там отвлекаются, сейчас я отправлю свои мощные войска. Ух, танк, танк послал. Да ты чё, ты чё, ты чё? Я ж пошутил. Ну ничего, мои бойцы сейчас быстрее там закончат. Да, они уже закончили там. Ракеты, ракеты, ракеты пошли. Эх, ладно. Меня тоже уничтожили. Мне надо бы кого-нибудь мощного туда послать. Ты что тут ты делаешь? Танкист. Вот танкисты. Танк вырубайте нахрен. Да почему? Я ж выбрал. Давай-ка резче. 1-1 у нас, да? Отправляю ракеты. Подожди нахрен. Да ую. Давай, 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 казарму защити. Защити казарму. Какой упертый танк, а? Посмотрите, какой упертый танк, это жесть. Куда я провалился?
мощный игрок попался. Так, отправляю ракеты. Отлично. Так, 30 секунд осталось. Работаем, работаем. Что я творю? Жесть! Какой сложный противник, однако, попался. Чё? Я продал? На одной секунде зависло. Или не зависло? Ну, зависло, да. Подождем, чё ж. Давай откликайся. Ну вот, короче, вот такая игра. У нас... А, у него он корабль 3 уровня, а у меня 1, конечно, он затащил. Короче... Хотите скачивать, можете даже со мной сыграть. Я всегда вот для вас есть в стиме. У меня даже есть на оформлении канала на шапке ссылка на мой стим. Ну, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. С вами был Тутенпаут. Всем до скорых встреч. Всем пока.